Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить сырники с тыквой. Поверьте мне, это очень-очень вкусно. Если вам интересно, как готовится это блюдо, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На 250-300 грамм творога нам необходимо будет взять 150 грамм тыквы, сырой, одно яйцо, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки муки, крупа манная 1,5 столовой ложки, соль по вкусу, можно добавить корицу на любителя или ваниль. Приступаем. Я люблю творог, чтобы был зернистый. Если кто-то любит более однородную массу, то можно перебить блендером. Добавляем сахар, щепотку соли, яйцо, манную крупу, отставляем пока творог в сторону и займемся тыквой. Тыкву перетираем на мелкой терке. Какой приятный запах от тыквы идет, прям свежесть. Все хорошо перемешиваем. Столовая ложка муки. Опять все хорошо перемешиваем. Я для себя добавлю ваниль, потому что я ее очень люблю. Мокрыми руками формируем сырники. Если у вас творог жидковатый, добавьте еще пару столовых ложек муки. Ну вот и все. Сырники с тыквой готовы. Я прям рекомендую вам попробовать их, потому что аромат от тыквы это не передать словами. Его нужно только пробовать, нюхать, кушать и угощать своих родных и близких. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!